Ты дергай. Раз. Взорвались. Друзья, всем привет. Мы снова в гостях у Расима Мамедова. Расим, приветствую тебя. Здравствуйте. Непобедимый боец лиги WWC. Ты, Расим, являешься базовым вольником. Но это не мешает тебе отправлять людей в нокауты. То есть у тебя жесткий удар, ты жесткий панчер. Давай все же сейчас разберем твои борцовские какие-то фишки, приемы, наработки. Можно, конечно. Есть одна наработка. Это... Как бы правильно сказать, лучше я продемонстрирую. Поехали. От двойки, если соперник наносит вам двойку, то есть от нее нереально уйти назад, в сторону. Только вы почувствовали джеб у себя на голове, смещаетесь в сторону. Отсюда я взрываюсь в ту сторону. Обычный перевод. Часто использует Федор такой вот. Давай теперь все помедленнее, чтобы что-то было понятно и ясно. Давай. С самого начала ты отвечаешь джеб, да? Или я начинаю бой, да. Джеб, он мне отвечает бойку. Вот, я захожу в эту сторону, обвожу рукой ниже его колена, ниже колена. Если чуть-чуть выше, он просто отбросит ноги. Ниже его колена и врезаюсь в него, врезаюсь просто. Бам! Супер. То есть по диагонали. В ту сторону, не прямо, в ту сторону. То есть человек мне наносит двойку, я ухожу, обвожу, вырываю. Это можно использовать, то есть вы подавливаете только, бам, и вот любое движение. Ну там уже добивание, мне кажется. Да. Слушай, когда я только что, допустим, первый раз упал, я немножко потерялся. Да. Когда ты идешь, знаешь, когда ты в агрессии идешь в атаку, тупо сейчас да, ты его словишь. То есть это работает очень хорошо, если вы его поджимаете, да. дергаете его, раз, бум, взорвались. Обязательно контроль. Чтобы я не убежал. Ногу зажимаете между своими ребрами. Да. Вот. И отсюда наносите удары, обходите. Вторая связка – это проход под удары. То есть соперник, я поджимаю его, в это время он идет на меня, просто подсел, обязательно прихватил ноги, и опорой я встаю вверх, и ноги одновременно под себя. Под себя. Да, обязательно, чтобы не травмироваться. То есть можно стоять, вам наносят удары, вы в это бум, заходите, только обязательно страхуйтесь, когда отрабатываете. Расим, у тебя большинство комбинаций, я так понимаю, под ударников. Есть что-то под борца? Да, под борца. Если я делаю проход в ноги, он отбрасывает, я всегда встаю. Встаю, постоянно. Да. Давай попробуем. Не лежу. То есть, первая техника, я через джеб и боковой. Я захожу, он меня накрывает. Я обязательно делаю замок, не отпускаю. И за ним по кругу. Встаю. Сейчас, ну, вот. Я встаю, я не вот так стою, вот, ровно. Моя голова ему вот смотрит в грудь. И обязательно в эту сторону я ноги не смыкаю, ноги подвижные, они играют. В это время я чуть-чуть тазом подсаживаюсь под него и шагаю ногой за его пятку. И в это время ногой просто выбиваю. Знаешь, такая карусель. Да, то есть это выглядит... Быстро вы. Он отбросил. Я за ним. Топ, стоять. Да, стою. И просто выбиваю вверх. Шагаю и выбиваю. Как через ногу. Просто. Где ты этому научился? Это все в Таиланде. Это все тоже, опять же, в Таиланде. Да, это техника оттуда. Мне кажется, там тайцы не только тайцы, а еще и борцухи. Да, скоро там уже будут и профессиональные тайцы ММА. Уже а есть. Клуб? Это Тайгер Муай Тай. Тайгер Муай Тай. Да. Достойный клуб, очень сильный? Это очень сильный. Я думаю, в Таиланде это самый один из лучших. Расим, все как всегда было очень круто. Полетал как на карусели в детстве, отвечаю. Спасибо вам. Да, спасибо. Ссылки на Расима, Инстаграм и Шердог будут в описании. И знакомьтесь с нашим новым другом и будущим чемпионом. Да. Сначала лиги WWC, а потом уже как пойдет. Не как пойдет, а UFC вы видите, обязательно. Ну, без сомнения. Ну, это секрет. Ну, ладно. Пока, ребят.